Ну все, включай рок-н-ролл, поперли. Вот. Пишна камера. Конечно. Вот. Поводы противоугод. И давай еще минут пять про него попиздим. Зачем? Чего об него? Кстати, да, если кто-то знает, что это за хуйня, расскажет. Почему противоугон? Противоугон так. Как говорят, лыжи бездорожники. Вот он, ёпта. Так, подожди. Один костыль так не сигналит. Так не бывает. Алло? Я же говорю, ни один костыль так не сигналит. Еще здесь все-таки есть. И здесь. Блин. Вот она. Нет? Сейчас. Все подряд. Вскроем нахрен. Выгребем эту ямку. И дальше пойдем. Во. О, замешивай. Только не тут, дальше туда. На сей банутый вопрос, хули мы тут делаем, так один картошку копаем, ебать. Сажай. Азимая картошка-то. Картошка. Чё за нах? Вот он. Нет? Вот она, ебать, вот она торчит. Я же говорю. Все, походу да. Походу все. Ага. Блин, не отходи от машины, прикинь. О, это его. Кого? Да, у кого? Да погоди ты, ты опять. Зачем ты 10 капков делаешь там, где не надо? Вот она. 10 капков. Я думал, это сюда. Но это не она. Еще вот он сигнал. Я чуть-чуть промазал. А это я что, на бум нашел тогда? Нет, она тоже там была. Говорю, мощный сигнал, просто вот здесь еще. Несколько сигналов было. Вот он, ебать. Даже копать не надо. Все, все, все. Да. Нихера себе. Все, пизда, лунный пейзаж понесся. Бам. 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 Опа, костылик. И все, что ли? Подкладок? Поем группу Кис песенку пьяного деда. Партия номер один. Как мы это будем вынимать? Поднять не могу, килограмм 50 минимум. А прошли 15 метров. Вот цвет его. Чего его? Цвет суглинка, ебать. Какой цвет, ёпта, ржавчины. Цвет суглинка, ой. Противоугон. А, блядь. Булыга. Целая она, заебись весь пиздец. Сколько у ней? Больше. О. Оп. О, какой. Вот он. О, родимая. Я как же красиво выглядит. Это произведение искусства, нахуй. Ага, их бы таких сотни три бы, блин. Все, готово. Этих произведений искусства. Давай обойдем. Давай обойдем.
Давай, обойдем. Но это самое, Женек, перспективное место, потому что сюда даже бомж не полезет. Я тебе серьезно говорю, далеко фонит. Вот она, блядь, прям лежит, вот она. Прям под шпалой! Прям под шпалой, ты смотри! Ебать, неужели нахуй? Неужели нахуй? Подожди! Если я ее подцеплю и выну, значит это... Значит это она! О, бля, я обрадовался, думал, подкладку видно, бля. Сука. Ни хрена не противоугон, видел, как он лежал под шпалой? И по другую сторону шпалы лежит. О, цвет его. Опять цвет его. Да это, блядь, с углинок просто перемешанный. С говном. Костыль, все. Но это не она. У этих разрушителей культурного слоя есть такое понятие залипух. Оп. О, по нему шваркаю. Вот он. Есть такое понятие залипуха. Надо придумать какое-то название реально свое. Клондайк — это неправильно. О. Ну да, я ж тебе говорю. Вот, надо как-то такое место, где дохера шлака. Вот такого, блин. Ну, между шпал вот тут. Вот тут вот здесь вот где-то. Ты бы шиповник рубанул бы. О, я смотрю, тут твои кореша килдырили. Туборг. А, ну да. Туборг. Мы же просто гуляли, песни. А, в ночном лесу костер горел. Бля, цвет его. Опять цвет его. Цвет его. Ну, может, тебе не нужен металлоискатель? Назови нахуй роль. Цвет его. Цвет его. Или его цвет. А, да. Это его цвет, я им обмажусь. Я покрашу им свои ноги. Буду просыпаться. Смотреть на ноги, бля. И хуярить лопатой. Оп, камень. Че ты рассказываешь-то? Вот он, бля, вот цвет его. Цвет его, вот он. А че, так и есть. Бля, вот эти самые охуенные вещи, которые там попадают. Самые увидимые. Че, конечно, нихера не по полкило весит, как минимум. Охуяк. Это, короче, знаешь, все равно же идти по пляжу и пятачки собирать, например. Слабоват, костылик. Тут вот костылик лежит. Стой. Не психуй. По-моему, она прям заросла. Или нет? Вот, походу. Ну, может быть. Говна нам. Да. Похер. Пока за это говно платят, это не говно. Холодно рукам. Это вообще, ну вот прям я балдею с этих вещей. Цвет его, блядь. Кого его, блядь? С углинок, с песком, ебаный в рот. Гребаная железка. Нет, конечно. Ну цвета его. Цвета его. А цвет не его, нихуя. Не очень понятно. Не очень понятно, куда рыть. Какие, блядь, звуки угарные. Так вот лопатой тук. Надо себе взять фискарь. Бля, в натуре. Я прям лопатой попал. О. Здесь что-то еще осталось. Я прям вот лопатой попал.
Вот, ёпта. Ну да. Да. Ненавижу, блядь, такие сигналы. Вот здесь. Приблизительно. У, бля. Ага. Хуя себе. Железка, по-моему, да? Попал. Один костыль так не сигналит. Так сигналят два костыля. Опа! Бля, вот это вообще произведение. Железнодорожного, смотри, а то, блядь, медаль дадут тебе почетного железнодорожника. Я уже ставлю, смотри, таких монет. А в натуре, кто там у нас? О, вот, костыль, подкладки, накладки нахуй. Оп! Бля, смотри, красивые. Может, ты действительно ломом удачно ткнул? Ну вот, да, что-то. Ну вообще цвет вот этого булдогана разбитого, по которому поезда ездят. Вот она, ебать, нихуя. Нормально воткнул. Оп. Так, слушай. Слушай, здесь хорошая обочина. Сейчас еще обочину шурфанем. Да ёпты. Ага. Ага. Угу. Эть, оп, попал. Попал. Подожди, подожди, я попал. Сразу попал. Вот она. Вот она. Ладно, тут кирпичи, блядь, сейчас будем скрывать. О! Понял? Обочину сейчас пройдем, здесь трава низкая, вот до березы, хорошо. Проволока или... Или шпала. Я угораю, конечно, какая нахуй шпала. Да блядь. Два сигнала. Может искажаться, но два сигнала. Один вот здесь. Так, тут уровень кирпича нет. А может и есть, а может я просто попал сходу. Нет, тут копной можно, заебись. Отлично. То есть не зря рыли, блядь. А ты говоришь, ох, нихуя себе. Говорю. Бля, килограмм 5, да. И таких 130, нахуй, вообще заебись. А ты говоришь, наконец-то, блядь. Вот он. Звенит еще костыль, женяк. Есть еще костылик. О. Блять. Как я это сделал-то? Как я так сделал-то, блять? Все-таки здесь он, да? Я... Охота за последним костылем, давай, родимый. Вот он. Все, выбито. Ну что, уловчик за два дня, ящик железнодорожного. Подкладочка. И еще пол столько. Не рассыпется ось. Да, попробую рассыпь, блядь, хуй перевернется.
Все. Ну, нихуя, тачка села, 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 тачка села. Да, блядь, не в ухуя сядешь. Тяжело идет, как пятером нагруженный. Ну да, собственно, что там, килограмм? 150, наверное, 200. Все посмотрим, что 200 лет. Подкладка и труба эти уже килограмм 15. Ну, сейчас посмотрим. Ну, я тебе навскидку говорю сотку. Да ты одну сумку сейчас поднял, не килограмм 40, если ты не дрыщ, конечно. Ну, в тот раз я не объебался, я сказал 30. И ну, было да. 34. Сейчас я говорю 100, сейчас проверим.